Дамы и господа, концерт начинается. Просим вас отключить мобильные телефоны. Приятного вам вечера. Добрый вечер, дорогие друзья. Фамилия Вивальди в исторических документах в Италии встречается на протяжении нескольких столетий. Считается, что первое упоминание относится к мореплавателю. Братья по фамилии Вивальди потерпели кораблекрушение, посетив Канарские острова. И вот это дало повод некоторым повествователям о жизни композитора Антонио Вивальди, таким романтически настроенным авторам, причислить род Вивальди к храбрым морякам. Но на самом деле все было гораздо прозаичнее. Предки Антонио Вивальди были людьми сухопутными, вполне обычных профессий. Отец его, Джованни Батиста, был парикмахером в Венеции. Правда, он серьезно совершенствовался игре на скрипке. В этом не было ничего удивительного. Кто в Италии 17-18 веков не музицировал на каком-нибудь инструменте, а то и на нескольких, не пел? Но у Джованни Батиста увлечение было настолько серьезным, что в конце концов он сменил профессию. Он стал музыкантом, скрипачом. И стал играть на скрипке в капелле собора святого Марка Венецианского. Интересно то, что при поступлении на работу в документах его записали не по фамилии Вивальди, а по прозвищу Джованни Батиста Росси, то есть Рыжий. Именно от отца Антонио Вивальди унаследовал и музыкальный талант, и огненно-рыжий цвет волос, и это прозвище Росси. В 1703 году Антонио был положен в сан священника, стал служить мессу, правда, сразу ему дали послабление. Уже тогда, в молодые, в юные годы, он был очень слаб здоровьем. Приблизительно тогда же он поступил на службу в один из венецианских приютов. Они тогда назывались консерваториями. Это была консерватория Оспедале делля Пьета. Здесь воспитывались, получали образование, обучались музыке девочки, юные девушки. И вот тогда пребывание в подобном итальянском приюте вовсе не означало какого-то заточения. Напротив, полученное здесь образование и воспитание потом позволяло и юношам, и девушкам сделать какую-то профессиональную карьеру. Например, выпускницы таких консерваторий могли вполне стать оперными певицами. На протяжении 40 лет консерватории этой венецианской был связан Антонио Вивальди. И как многие его современники, композиторы, которые одновременно были и педагогами, он, Вивальди, ну, например, как Иоганн Себастьян Бах в Лейпциге. Он не был священником Бах, конечно же, но тем не менее, ведь он находился при храме на службе кантор собора святого Фомы. Так вот, как Бах, как другие современники, и Вивальди для своих учениц должен был сочинять огромное, огромнейшее количество музыки. Многие сотни опусов. Это была музыка и светская, это была музыка и духовная, всевозможные кантаты, оратории, матеты, сольные инструментальные пьесы, пьесы оркестровые, концерты, симфонии и так далее, и так далее, и так далее. Известность Антонио Вивальди очень быстро росла. Известность скрипача. Он был одним из виднейших виртуозов своего времени. Росла его известность как руководителя оркестра консерватории Оспедале делля Пьета. Сразу практически после поступления на службу сюда, в консерваторию, он стал не только преподавать скрипку, но и руководить
оркестром и его концертами. А эти концерты воспитанниц с удовольствием слушали, даже с восхищением слушали не только венецианцы, но и приезжие из других итальянских городов, и приезжие из разных европейских стран. Росла известность Антонио Вивальди, конечно же, и как композитора, автора инструментальной музыки и автора многочисленных опер. Он довольно часто выезжал за пределы Венеции, Рим, Мантуа, Милан, многие другие итальянские города, а потом и города стран Европы. Эта известность была настолько широка, что на протяжении долгого времени для многих и многих его музыка была любимейшей, а сам он был кумиром. И ничто не предвещало того, что в 63 года он умрет вдали от Италии, в Австрии, в Вене, куда приедет в поисках заработка. Умрет, когда пик славы его уже останется позади и практически чуть ли не в полном забвении. Но это тоже, ничего удивительного в этом нет. Такова была эпоха. Приходило новое время, менялись стили музыкальные, вместе с этим менялись вкусы публики, появлялись новые кумиры. Но если вернуться к прижизненной известности и даже европейской славе Вивальди, то вспоминается о том, что слава эта была настолько велика, что произведения его при жизни издавались в разных европейских странах. В Париже, в Лондоне, в Амстердаме. В Амстердаме в 1711 году вышел сборник под названием «Гармоническое вдохновение». В него вошли 12 концертов. Это были концерты для одной скрипки, для двух, для трех и для четырех. Каждого вида по 3 концерта. Итого всего 12. Вот этот сборник, в частности, стал известен и в Германии. Этот сборник тщательно изучал Иоганн Себастьян Бах как новейшее достижение в области концертного жанра. И даже несколько концертов из этого сборника он, Бах, переложил для клавесина и для органа. В сегодняшней нашей программе прозвучит из этого сборника, из гармонического вдохновения, концерт для 4 скрипок, но, конечно же, не в баховском переложении, а в оригинальной версии самого Антонио Вивальди. Не менее, а может быть даже более интересен другой сборник, вышедший там же, в Амстердаме, в 1725 году. 711 год – это гармоническое вдохновение, 725 год – это сборник под названием «Опыт изобретения и гармонии». Сюда именно вошли самые известные из всех концертов Антонио Вивальди. Те, что написаны для скрипки соло в сопровождении струнного оркестра, и те, что называются «Времена года». И те, что стали совершенно новым словом в истории музыки, это ведь уже музыка программная в полном понимании вот этого термина. Потому что названия отдельных пьес встречались в инструментальной музыке задолго до Вивальди. Но здесь, помимо общего названия цикла, помимо названия каждого концерта по времени года, здесь еще есть и отсылка к поэзии, потому что перед каждым концертом сонет. И даже кое-кто считает, что автором этих сонетов является сам Антонио Вивальди, но и это еще не все. По страницам партитуры во всех концертах рассыпаны многочисленные авторские ремарки, которые дают образное, красочное пояснение музыки, как, например, голос горлинки в концерте «Весна». Или в концерте «Лето» ремарка «Изнывают от жары». Или в концерте «Зима» скользят и падают на льду. Образы, которые Вивальди нашел там, вот во времена года, наверное, они были настолько дороги и близки ему, что даже стал он их развивать в других произведениях, в частности, в концерте для флейты с оркестром под названием «Ночь». Здесь явно слышны отзвуки грозы, пробушевавшей в последней части концерта «Лето» из «Времен года». А вот из второй части концерта «Осень» перенесены образы музыки сновидения. Но здесь в «Ночь» они разработаны, конечно же, по-новому. Здесь вот те драматические порывы, которые являются и картинами природы, да, тоже что-то похожее на грозу, но и, наверное, какая-то драма и в душе некоего героя,
этой музыки, этого музыкального повествования. И здесь сновидение, которое то ли сон, то ли это уже что-то на грани небытия, сновидения, в которых, наверное, есть какие-то фантомы, призраки. Это удивительное, конечно, для музыки XVIII века, первой трети его, удивительное сочетание вот этой внешней картинности с тем, что рисуется, каково же состояние внутреннее у человека. Вся сегодняшняя программа посвящена музыке Антонио Вивальди. И в начале концерта Антонио Вивальди, симфония для струнного оркестра и чембала, соль мажор в трех частях. Исполняет Омский камерный оркестр, дирижирует главный дирижер оркестра Григорий Вевер. Thank you.
Концерт для четырех скрипок, струнных и басо континуо ми минор в четырех частях из сборника «Гармоническое вдохновение». Солисты Андрей Лопатин, Альфия Ахметова, Марал Шарипова, Екатерина Самохина.
Концерт для флейты, струнных и басо континуо, ре минор, ночь. Солист Евгений Зайцев.
Симфония для струнных и басо континуо, до мажор, в трех частях. Thank you.
завершат программу сегодняшнего вечера два концерта Антонио Вивальди из цикла «Времена года». «Зима и лето». Солистка Гуар Айрапетян.
Thank you.